Итак, дорогие друзья, сегодня мы решили зарейдить... Как ее там звать? Папа, ты... Иди! Я не вижу. Короче, гриль на Пугачева 16. Нам тут мешочек подогнали. Симпатично. Свинина! Со свининой! Сегодня будем едеть. Сегодня будем есть свиней. Она у тебя, кстати, сломалась. Это роса будет жрать. Я буду жрать с курицей. А наш оператор будет жрать мексиканскую. Не будем жрать больше, ладно. Запакована она, значит, в крафт-бумагу. Значит, такая среднестатистическая шаурма за нормальные ценники, я могу сказать. Что хотелось бы сказать отдельно об мясе, которое там. Оно мяукает. Нет, шучу. Оно готовится на углях. Вот так. То есть такое ощущение, как будто мы его сейчас должны просто сожрать, а не съесть. Тут мясо готовится прямо при нас. Причем, вот реально шашлычник сейчас только феном разогревал себе волосы. И мне надо пробовать. Надо пробовать. Она такая, слушай, нормально. Большая. Ну, не в локоть, как у нас на районе, но пойдет. Так, давай, будем жрать. Метельмер твою. Че вкусно? Сейчас я ощущаю лаваш. Аналогично. Потому что сверху всегда лаваш. Запашок, шашлыка тут. Да. Оно прям моченое мясо. Прям вот мочили его, блядь, топорами. Прям вот недавно. Мясо пошло, мясо. Если бы он сейчас нас слышал и слышал, как мы это жрём, он бы сейчас просто бросил камеру и начал тоже жрать. Я так думаю. Слава богу, он нас не слышит. В общем, фишка в том, что мясо прям в натуре, вот как будто угли ешь. Мясо на углях ешь. Прям сочное такое, с душком вот этим вот, охеренным. Тут огурчики, помидорку вижу, он зубами раздавил. Зуб оставил. Такая худенькая, на самом деле, хорошо припрессованная. Ее можно даже брать в дальние поездки. Если, конечно, хочется. Или ебашить кого-нибудь. Ей, она твердая такая, мощная. Насчет дальних поездок, это мы узнаем через час. Можно ли ее брать? Слушай, хоть и маленькая, но вкус, по-моему, оправдывает. Да. Очень оправдывает. И цена оправдывает, тут 150 рублей. Сейчас я тут посмотрю. Это гриль экспресс на Пугачева 16 в Уфе. Я просто забыл, как она называлась. Суперский вкус любителям шавух, роллов там всяких. Это реально вкусная, дешевая шаурма. И надеюсь, все будет с нами хорошо. И это была программа «Еда-жуй» и наши ведущие Зумка и Роска. Естественно, наш оператор Эльмир. Мы доедим, а потом отпишите в комментариях, как у вас пошли слюни или нет. Всем спасибо за просмотр. Да. Мы, собственно, отпишем, как у нас после. Да, будет ли омепразол или нет. Всего доброго, спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вырубай.